немає дівчини, а йому вже 24. Залишили взагалі адекватні дівчата. Живемо разом, сексу немає. Треба з блондинкою з кадрів закрутити. Не ти мені слухайся. Як стати для неї авторитетом? У сьогоднішній програмі поговоримо про мам, які не дають спокою своїй дитині, а точніше дочці. От вийде вона заміж і починаються лекції, о котрій годині вставати, що готувати на сніданок, як прасувати і так далі. А коли молода сім'я ще й живе з батьками, то можете лише уявити, як живеться молодій дружині. Мама наче хоче допомогти, а виходить тільки гірше. Это про то, насколько я могу говорить «нет», про то, насколько я могу говорить, что я взрослая женщина и могу сама решить, что мне делать сейчас, что мне делать потом, сколько мне надо блюд приготовить на обед и стоит ли вообще мне их готовить. Вот. Если я маленькая девочка, да, по паспорту мне 30, но на самом деле мне 12. Тогда да, ходит за мной мама и говорит, что мне делать. То, что муж в это все не вмешивается или ну, как-то обходит стороной, это очень правильно, это просто респект ему за это, потому что он не имеет туда никакого отношения. Там есть отдельная семья. Ну, вот мама, папа и эта жена – это отдельная семья. Муж туда не имеет отношения никакого. Это отношение жены с ее, ну вот, девушки с ее родителями. И эту ситуацию можно ну, очень с разных сторон обсуждать. Я не уверена, что это результативно на самом деле. Можно выделить какие-то плюсы и минусы. То есть можно выделить плюс – это необходимо переехать. Да, как бы ни складывалось, но найдется миллиарды причин, почему нет. Но если есть хотя бы одна причина, да, то уже собрали чемоданы и съехали. Будет неудобно, сложно, будет кризис, но однозначно будет по-другому. В первое время будет плохо, но будет по-другому. И ну, кризис – это когда мы начинаем чувствовать что-то новое, и в нашей жизни происходит что-то, какие-то изменения. Это первое. Второе – это ну, начать взрослеть. Потому что девушка находится ну, как в такой в детской позиции. Начинаю взрослеть, могу сказать маме – стоп, вот тут моя граница, дальше я тебя не пускаю. Я взрослая. Это когда я умею и беру на себя ответственность за то, что я делаю. Это когда я могу сказать маме, что ну, это мой муж, это моя семья, и я в состоянии решить, что мне делать. Это когда с той стороны будет много обид, много упреков. Когда мама будет говорить, что я больше не нужна здесь. Я вообще в своем доме могу решать, что мне делать. И вообще, как-то раньше ты всегда меня слушала, а теперь перестала. Обид будет много. Но если я несу ответственность за то, что я делаю. Ну, мама, это здесь я, ты там. То есть ты можешь обижаться, ты можешь злиться, ты можешь плакать, ты можешь бить кулаками в стену. Это твое решение, это твой выбор. І ти, мама даже може заболіти внезапно. Які ж причини такої назойливої маминої гіперопіки? Зачастую мамі просто нічим зайнятися, і тому вона ходить за дочкою. Вполне вероятно і таке, коли у мами нету ну, каких-то своїх заданий, обов'язаностей, не знаю, занятий, хобі, ще чого-то. Сфер жизни других нету. Є тільки вот эта новая сім'я. Есть дочка, которая много чего не умеет. И было бы очень актуально задать маме вопрос, как она воспитала дочь, что она ничего не умеет. Почему так случилось, что она не знает, что мужу надо, как ему надо это сделать, во сколько ей надо встать и все остальное. Это все надо было проделывать до подросткового возраста.
а не когда уже за 30. Дівчата, запам'ятайте, ви і ваш чоловік – це окрема сім'я. Якщо його все влаштовує, то й не переймайтесь. Скажіть мамі «ні» твердо і рішуче. Звичайно, не виняток, що вона може ображатись, але потім звикне. А ще краще – з'їжджайте від батьків. Так усім буде спокійніше і легше на душі. А якщо ви боїтесь вирости, то ситуація не зміниться в кращу сторону ніколи. Знайдіть для мами заняття, те, чим вона хотіла займатися все життя. Тільки подбайте, аби це не були онуки, бо тоді вона може і переключитися з вас на них, однак пожалійте їх теж. Успіху вам!